Пайпер – одна из очарованных сестер. Пайпер – этик, она хорошо разбирается в отношениях между людьми. Она постоянно мирит своих сестер. Для нее очень важна семья и тепло семейного очага. Пайпер – сенсорик, она прочно стоит на ногах и не витает в облаках. Она практично прекрасно разбирается в вопросах кулинарии и здоровья, и у нее сильная воля и железный характер. Пайпер – интроверт, большим компаниям она предпочитает вечера в кругу семьи. Пайпер – рационал, у нее все разложено по полочкам, она придерживается графиков и распорядка дня. Таким образом, тип Пайпер – этика-сенсорный интроверт или драйзер.